Итак, сегодня очень-очень приятный гул на пасеке. Сегодня у нас опять окно единственное. Вчера не было, погода так и не наладилась. А сегодня у нас уже тепло. Время 11:30, чуть больше, может, без 10-12. И вот так вот сегодня выглядит все. В принципе, состояние пасеки рабочее. На въезде у меня там лещины растут, эти орешник. Пчелы там гудят. Вот, сегодня я буду продолжать смотреть однокорпусники и давать там подкормку, если не хватает, перетусовать рамочки и смотреть, что вообще у нас идет. Вот сейчас я видел, пчелка зашла с пыльцой, вот она, вот она, вот она. В общем, уже несут обножку, уже и о том, что жизнь у нас началась, чему я очень доволен. Единственное, что меня беспокоит, вот с обножкой пчелка. Единственное, что меня беспокоит, это то, что у нас отсутствуют в этом году большие окна. У меня нет возможности быстренько перетусовать и ужать пчел. Это очень-очень-очень печально. И сегодня я что-то поздно поехал. Вот, поэтому меня это очень-очень, как сказать, раздражает, что я сам за собой не слежу, когда надо работать ехать. Ну ничего, потихоньку, с Божьей помощью, мы все пересмотрим и все сделаем. Вот, главное, что пчелы живы, здоровы. Часть слабых семей, это мы сохраняли маток. Как сказать-то, нуклеус осенью вытряхивали. Сейчас эти матки сохранены, то есть получается, где-то кто-то подслаб, ослаб. Где-то матки погибли, и надо, вот пыльца идет с обножкой пчелки, и где-то получается, вот тут вообще вот одна за другой, и получается, как бы, ну я думаю, каждый понимает, что, не могу мысль сформировать, что нужны запасные матки. И получается, сейчас где-то кто-то отрутовался, где-то погибла матка или еще что-то. У нас есть где взять запасных маток. А после этого остатки мы просто продадим, а остатки слабых семей объединим вместе. Вот. Как бы вот так мы работаем. Ну, это я думаю, что каждый решает сам, как ему работать и что ему делать. В общем, повторюсь еще раз. Мы будем смотреть... Сегодня однокорпусные семьи продолжать, слабые. А дальше будем смотреть двухкорпусные. Но сегодня мне в любом случае не успеть. Максимум, что я смогу, это 100 штук посмотреть. Вот, на... Думаю, что еще что-нибудь сниму и выложу. На этом хочу сказать всем пока. Вот так вот выглядит у нас...